Это очередной прекрасный день на планете Земля. Мы все еще живы, и слава богу, планов у нас очень много. Я Даня, это Ваня, оператор Антоха. Буквально в парах метрах еще Санечек там есть с другом разговаривать на тему. А сегодня у нас сборочка для клиента. На прекрасном железе есть всего нового. В общем, ну сплошные кайфушки. Для тех, кто любит смотреть, как кто-то другой ковыряется своими грязными ручонками в красивых штучках, дрючках, это просто идеальное для вас видео. Поэтому присаживайтесь поудобней и окунитесь в мир нового компьютерного железа. Вот. Я пока еще сохраняю это ощущение всегда волнения интриги, когда новые коробочки есть. Вань, ты себе хоть раз комп собирал из новых абсолютно запчастей? Только самый первый. Из абсолютно новых? Да. А у меня, наверное, родительский тоже был, наверное, из абсолютно. Ну, потому что раньше особо никто не собирал. Там как бы шел в магазин и себе что-то собрал. А я так, слушай, не приду. У меня, наверное, ни разу не было компа полностью нового. Знаешь, что вот так зашел, выложил котлету, деньжич, сказал, мне вот это все новенькое. Ни разу, наверное, не было такого еще. Вот, но зато у других людей есть. Самое что интересно, давайте сразу пробежимся, как всегда, просто беглым взглядом по нашим сегодня железкам, что нам предстоит сложить вместе. Во-первых, слушай, Gamax GTE. Не часто приходится такой кулерочек ставить. Должна быть шикарная штучка, которая удовлетворит запросы центрального камушка. На этом камне, ну это лучший камень 19-го, начала 20-го года. Трешечка, 3600 и Ryzen 5. Почему он такой грязный? Почему вот они вот его продают у ЕМА? Как у кого-то, знаешь, он уже где-то лет 200 стоял. Прям весь, ну, видимо, в скотче был намотан. Мне еще нравится, как они выламывают эти, знаешь, эти держатели сокетные. Отломали, кинули. Прям зубочистками. Почему зубочистками, я не знаю. Так, у нас 512 гигабайт NVMe PCI Express SSD-ха. Уже просто, наверное, от Адаты все ее знают наизусть. Очень популярная штука, прекрасно себя чувствует. Необычно, но есть у нас даже звуковушка от Dexpo. Ни разу такой в руках не вертел. Интересно посмотреть, на что она способна, конечно. Ну, как по мне, мы далеко не слухоманы, поэтому вряд ли мы что-то особенное услышим. Но, тем не менее, парень для себя это вывел, значит, мы, возможно, будем там что-нибудь стримить. Смотри, какие у нас две замечательные планочки. Сколько тут всего? 16 гигабайт Memory Kit Hyper X. Как всегда, Fury, все четко, еще и с RGB. У нас сборочка RGB, потому что, слушай, у нас реально RGB получается сборка. Сплошное RGB. Также есть, смотри, Hikvision. Мамочка родная, это что-то вообще страшное. Ни разу я еще такое не ставил. SSD-шку на терабайт, это под файлы, я так понимаю. Ну, простенькая, не дать, не взять. Я думаю, если у нее адекватный контроллер, то все хорошо. Смотри, какой интересный блочок. Это, скажем так, бюджетный вариант, который можно попонтоваться, потому что он выглядит прикольно. Но я сомневаюсь, что кто-то эту всю подсветочку, честно говоря, увидит. RGB серия. Вот в такой всей красоте. Давай посмотрим, что он себя представляет сразу. Вот это? Это? Просто бюджетный. No-name. Ну и как no-name? Нет, написано. Написано, что это у нас что? Hyper. Такой он, знаешь, легенький, простенький. Пишут 750 ватт. По 12-вольтовый 624 всего ватта. Ну как всего, нормально. Проводочки тоненькие. Вот, ну, как бы, я вот не помню, советовал ли я парню такое железо. Сомневаюсь бы, что я посоветовал. Вряд ли я такое. Я, скорее всего, это был его выбор. Вот, ничего я про него супер хорошего сказать не могу. Сечения очень тоненькие. Вот, ну, посмотрим, как он, собственно говоря, будет служить. Я надеюсь, долго и счастливо. Но забавно, кажется, это недорогой 750-ник, поэтому мы с него... Вообще, в дорогие системы, в принципе, на блок надо вот больше всего обращать внимание. То есть на блоке желательно не экономить. В данном случае это вряд ли скорее бюджетный, чем такого среднего сегмента. Поэтому тут бы я бы по блочок получше поставил. Но у нас, по-моему, был определенный бюджет, в который человек не вкладывался. Ему хотелось именно RGB-шный такой блок. Ну, не вопрос. Самое что интересное. У нас, безусловно, RTX 2060, куда же без нее 8-гиговая версия от Гиги. Отлично. И больше всего, что меня интересует, в этом корпусе, по-моему, я еще ничего не собирал. Посмотри, какая штуковина. Какая штуковина от Thermaltake. Закаленное стекло 4 мм. Двойная толщина. Все в RGB, все, что тут хотите, все делаете. Просто здоровая штука. Очень должно быть красиво в нем все смотреться и вертеться. И знаешь, что самое приятное? У нас же и кулерочек тоже RGB. Угу. То есть у нас прям будет светящаяся сегодня сборочка по полной программе. Пожалуй, приступим. Парочку сейчас кадров будет про то, как я все подключу. Запущу, настрою и потестим. Поселим. Поселим этого красавчика грязненького с полки магазина в свой домик. Он там будет жить долго и счастливо. Человека радовать и вообще. Мамку, я про мамку, по-моему, не говорил ничего. У нас тоже гигабайт 450 чипсет, а распрошу еще для счастья нужно. Светится, вертится, здоровая, охлаждала, наверное, все, в общем, ой.
Не, все нормально. Да, все нормально. Что еще для счастья нужно? Опа! Сел, красавчик. Как всегда дерзко, потому что мне хочется всегда увидеть пост, сразу который вставляем. Планочку оперативной памяти. Все как и положено. Первый и второй слот. Кстати, забавно, как они по-разному всегда подписывают, знаешь. В данном случае тут DDR1, DDR3, DDR2, DDR4. Иногда там бывает 1, B2, B3, A1, A2, B1, B2. Вот. То есть в данном случае у нас Гига решила прям подписать. Все четко и положено. Потому что можно запутаться, будучи неопытным. Все, у нас RGB-шечка тут, здесь все светится. Парень, по-моему, запрос такой был. Прям хочет, говорить, чтобы все светилось, все было у нас максимально симпатично и броско. RGB тренд и 2020 года тоже. Целых 500 гигов. Вот раньше о таком даже подумать сложно было, если честно. 500 гигабайт, еще какой-то PCI-Express SSD. Просто там SATA SSD был для тебя топ-перетоп, а тут уже просто какие-то понты понтовые. Сейчас же это все обыденность. Мы уже не ценим те моменты, которые раньше были недоступны. Смотри, у нас как тут сюда, какой радиатор на SSD-шечку, а то. Ибо по-другому никак. Вот. Идеально. Идеально прижал, все чётенько. Да, что нам нужно сделать? Последнее, распаковать вот эту красоту по имени Супер-пупер 2060. Кайфануть. Здрасте. И поставить. Посмотрим на эту красоту. Мы тут компьютерные эротические видео снимаем. Я точно так же машину собираю. Во. Так, где у нас блок питания на видюшечку? И сейчас будем запускать. Да, все, стартуем, подрубили. Смотри, у нас загорелась сразу RGB-шная вещь. В этой сборке меня смущает только облачок. Но человеку не прикажешь. Погнали, запускаем нашу красоту. Расскажи это нашему государству. Закрутилась, завертелась. Да, но зато светится просто пушка-бомба, если бы он еще был. Добрый. И это тоже светится, да? Да. Вот это загорелся, а поста нету. Но мы надеемся. Опа, что там? Что-то не так. Не, все сейчас должно пойти. Медленно, но верно пойдет. Сейчас видюху проверяет. Да, эти долгие посты первого запуска, они такие. Воля. 5-3600, 16 опере, 2060 с хайпер-блоком. Что может быть круче? Конец уже дня рабочего. Смотри, какую штуку мы нашли. Крутим этот термалтей. Очень все симпатично. Единственное, что я до сих пор, видишь, это опять как бы... Понятно, что забор воздуха есть, но насколько он хорош, насколько всего вот этого хватает, по идее. Это вопрос всегда остается открытым, потому что здесь под пленочкой у нас, ну, стеклышко, я надеюсь. Да, стекло. Да, вот, поэтому это все моменты такие на тоненького. Я бы все-таки предпочел, чтобы, знаешь, было побольше пространства для чисто забора воздуха, но, возможно, этого хватает. Это мы узнаем уже на практике. Наша сейчас задача разместить всю эту красоту там, где она должна быть.
Вот. И подсобрать человеку счастье, которое долгое-долгое время будет ему служить и радовать его воображение компьютерными играми. Размещаем всю эту красоту. Ну, наверное, кстати, стоит снять сразу пленочку. Вот, как бы это ни хотелось сделать, но придется ее ликвидировать, потому что она потом ее будет ликвидировать гораздо более сложно. Давай, наверное, мы это сейчас и сделаем. Эту вот всю красоту пронаблюдайте. Эх, давай, красотка, лишайся своей. Ты уже не девственница. Не девственница, как грубо сказал, не девочка. Не так это после первого секса. Значит, порогу тебе не было. Так. Компьютерная мастерская колхоз эдишн. Подожди. Справился, нет? Я не смог даже пленочку снять. Смотри, не говорю уже про установку. Кошмар. Срочно нужно какую-нибудь дорогую фигню, которую нужно снимать пленку. Да ты что? Как мы раньше не делали? Мне нужен этот инфракрасный снятель пленки. Ну, срочно нужно. Есть. Получилось, а? Да, ну как, да. Вроде все аккуратненько стало, теперь это аккуратненько прикручиваем, все ставим, делаем, наводим кабель менеджмент и радуемся крутой, красивой сборке. Вот не думал, что такое скажу. Ну, в принципе, почему не думал, но вот с точки зрения вообще сборки в этом корпусе я остался безумно доволен. Очень удобно, много пространства сзади. Все необходимо, даже когда вставляем полноценную АТХ-овую мамку стандартную, вообще никаких проблем нету. Легко к питанию процессор, легко к материнке, большие разъемчики, дырочки везде, все, слава богу, винки, шурки. У нас также вкладка есть управление кулерами, что тоже является приятным бонусом. Опять же, закаленное стеклышко в круг не может. И название корпуса ни в коем случае не реклама, друзья. Мы бомжи, у нас рекламы нету. Вот такая называется. В принципе, слушайте, не знаю, как насчет продуваемости, но собирать в нем кайфово и смотрится он очень неплохо. Вот такой вот термалтейк с более укрепленным закаленным стеклом смотрится вполне себе неплохо. По периферии тоже у него две USB-шки 3.0, микрофон, наушники, перезагрузка, кнопочка включения и подсветочка RGB, даже отдельная кнопочка есть, можно немножко поприкалываться. Повыставлять, в общем, поднять себе настроение, если совсем стало грустно. Во всем остальном сборочка у нас собралась. Закидываем парочку стандартных игрушек для теста, типа Assassin's Creed Odyssey, и завтра уже немножко его погоняем. Уложим все кабелечки, наведем полный окончательный марафет, да, поставим программки для контроля RGB, и парень, я думаю, будет радоваться. Интересная сборочка, достаточно бодрая, все-таки 2060, Ryzen 5 3600, что еще для счастья нужно человеку. И немножко разноцветных лампочек. Увидим с вами завтра, ровно через секунду. Так, next day, ребята. 49 минут в OCCD стресс-тесте, проц, видюха, все загружено в открытом корпусе. Ну, потому что как это так я запустил, сразу с легкостью можете накидывать градусов 5-7 в закрытом корпусе, я думаю, возможно. Опять же, не факт, но сейчас у нас 76 градусов, AMD Ryzen 5600 греется. И я скажу, учитывая эту башенку, это вполне себе адекватный результат. Это не какая-то там зверская система охлаждения, я более чем доволен. То, что у нас даже до 80 проц при открытом корпусе не греется. Ну, около 80 с копейками, наверное, будет греться в закрытом. Это тоже вполне себе адекватно, учитывая всю эту мощность системы. Корпусом я вообще искренне рад, доволен. Давай сзади тоже покажу, какая ерунда у нас получилась. Вообще смотрится неплохо. Смотрится неплохо. Корпус еще раз. Молодцы, ребята. Вот так вот у нас получилось сзади. Блок, конечно, ну так себе, вообще не для души. Тем не менее, все более-менее аккуратненько удалось закрепить. Я более чем доволен. Осталось только символически процессировать в игрушках, немножко его погонять. И у вас еще один вариант сборочки в определенном бюджете. Кстати, бюджет надо тоже будет выяснить какой. Так, ну что, осталась самая такая легкая задача, это просто погонять в парочке играх этот аппарат. Уже закрыли, вон, у нас закаленное стеклышко здесь, смотрится классно. Опять же, RGB, все можно контролировать, и даже блочек тоже RGB-шный, сзади видно. Ты, конечно, отсюда не увидишь, но это тоже будет греть душу. Тест производительности, запускаем, у нас Full HD экранчик, самые высокие настройки в Assassin's Creed Odyssey, посмотрим. Я ставлю на 60 кадров.
Плюс-минус, вот, потому что такие системы уже, в принципе, тестировали. Здесь они у нас отличаются. Уже были сборки на пятом разине 2060 видеокарточки. Здесь просто отличается сам корпус, там память, SSD-шки, кулера, матери. А принцип, в принципе, остается основа та же самая. Просто в данном случае такая сборочка. Посмотрим, на что она способна. Летим красиво. Температурки интересно посмотреть в данном корпусе под нагрузочкой. 60 прот, 71 видюха. Видюха и прот загружены прилично. Видюшка мне нравится 94-95%. Опять же, ну как нравится. Видюха работает на полную катушку. Большого запаса 2060 в AAA. Тайтлах у нас, к сожалению, нету. Прот у нас 4000 МГц держит. И в районе 60 FPS, как и было сказано, все четко. Каких-то микрофризов, статоров не было замечено. В общем, нормоз. Давай посмотрим. 65! Вот это я понимаю. Слушай, это прям очень приличный результат. Искренне рад за данную системку. Память у нас, кстати, работает на XMP профиле в 3200 МГц. То есть все, в принципе, так сбалансировано, аккуратненько, ничего лишнего нету. 3200 память, 3600 проц, 2060 ведло. И вы себе можете позволить делать в этой жизни все, что угодно, и выпендриваться перед парнями. Кстати, я спросил тут у парня, сколько ему эта сборка абсолютно всего нового. У нас SSD-шка NVMe на 500, терабайтник еще под данные SSD-шка, 87 с копейками тысяч. Купленное новое железо, то есть именно по бюджету, то есть дорогущая штуковина выходит, если это вы собираетесь всего нового. Да, немало, немало, но и немного, наверное, да, 86 тысяч за сборку, 87. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пара-па-пам, пара-па-пам. Ведло на сотню работает, прот, 4 ГГц держит, ой, разбились, что-то очень быстро. Но честное слово, на FPS у нас было в районе 120 кадров в секунду. Загрузить последнее сохранение, да без проблем. И, да нет, давай по-нормальному пробежимся, потому что кто-то делает. Прям не выключай, прям пробежимся как люди. Вот, теперь, да, 120, 116, 125 FPS. Счетчик у нас прыгает, ну, ведьмак, дикая охота. Не такая уж ты и дикая, когда у нас такая мощная система. Ну, свыше 100 кадров в секунду, это очень высокие настройки, Full HD разрешение. Проц отдыхает, 40% загружено, а вот видюха напрягается по полную катушку. Прекрасно, приятно. Последнее, что всегда хочется сделать, это тест на курицу в CSGO. И подвести небольшой итог по этой классической сборочке для 2020 и конца 2019 года. Мне кажется, это одна из самых актуальных систем на сегодняшний момент. Здесь у нас исключительно тест на курицу. Нам наша задача найти красивую курицу и ее убить. Смотри, какой у меня ФАМАС, да? Не у каждого такой есть. Не самый дурной. По-моему, ты сейчас рассказал про стажировку сотрудников KFC. Сейчас, секунду. Это просто гениально. Я с петухом бегу на курицу, с петухом на курицу бегу, тест на курицу. Ну это просто идеально, я тебе так скажу. Ваня, я сейчас с петухом на курицу напал. Никому об этом не говори. Тра-та-та-та-та-та-та. Еще один тест на курицу. Но это уже надо по красоте, по красоте. Иди, ой, о, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Опа. Вообще, еще, да сколько ж тут куриц, больше, чем народу. Видал, Антох? Смотри. Почти зарезал, ну и бог с ним. Тест на три курицы пройден абсолютно. У нас, по-моему, слышишь, там по 200 FPS лупило в КФКС-очке. Идеально. Подведем итог, друзья, подведем итог. Эх, любим мы системники собирать, и особенно если они еще долго и счастливо служат людям, для которых это все собирается. Мысль какая? Корпус мне понравился. Вот честно, повторюсь, повторяться не стыдно, если действительно вещь прикольная. Не знаю, сколько он стоил на самом-то деле, вот, но надеюсь, что до 5000 рублей, потому что если больше, это уже не очень. Несмотря, он просторный, неплохо вроде как продувается, как мы убедились. Вот, да и собирать в него одно удовольствие на самом-то деле. Опять же, бюджет под 90 тысяч рублей. То есть это может позволить, в принципе, адекватно, абсолютно. Шикарный прос, шикарная видеокарта, вообще супер. На удивление, 2060 в нашем исполнении не свистело. Давно я такое не припоминаю, чтобы дресселечки не свистели у этой видеокарточки. Единственное, что смущает, это блок, но светится, крутится, работает, все стресс-тесты прошел. Надеюсь, что будет служить долго и счастливо, потому что никогда не знаешь. Иногда бывает, дешевые китайские блоки служат куда дольше, чем фирменных, навороченных и титулованных. Поэтому жизнь вам такая непредсказуемая штука. Спасибо, что посмотрели это видео. Хоть что-то можете для себя полезненькое, интересненькое вынесли. Либо просто хорошо провели время с чашечкой чего, Ванечек? С чашечкой чего можно привезти? Бурбончика. Бурбончика. С чашечкой бурбончика. Вот. Спасибо, что были с нами. Маленьком компьютерном. Это уже не маленький, уже средненький компьютерный мастер в городе Белгороде. Спасибо, что ставите большие лайки, комментарии. В общем, мы очень-очень рады. Движемся к соточке. Благодаря вам будем делать очень крутые вещи. Развиваемся, трудимся и улучшаем себя, других и вообще. Любите близких, друзей, ставьте цели, достигайте их. Всего вам хорошего, друзья. До встречи. До завтра. Пока-пока, увидимся.